Ребята, начинаем выполнение упражнений для зрения в сочетании с дыхательной гимнастикой. Первое упражнение поможет снять нагрузку с глаз и успокоить их. Будем выполнять на 4 счета глубокий вдох через нос с закрытыми глазами, а затем спокойный выдох ртом, но уже смотря вперед. Встаньте ноги врозь, руки на пояс, спина прямая, голова вертикальна, плечи расслаблены. Голову не наклоняйте. Начинаем. Закройте глаза и сделаем вдох. Раз, два, три, четыре. Теперь смотрим вперед, делаем выдох. 5, 6, 7, 8. Хорошо, повторим. Глаза закрыли, вдох. Раз, два, три, четыре. Глаза открыли, выдох. 5, 6, 7, 8. Голову не наклоняйте. Глаза закрыли, вдох. Раз, два, три, четыре. Открыли, медленный выдох. 5, 6, 7, 8. Молодцы! Во втором упражнении будем смотреть в стороны, сохраняя голову в вертикальном положении. Начинаем. Встаньте ноги врозь, руки внизу, спина прямая, голову не поворачивать, плечи опущены. Поднимите левую руку в сторону, не поворачивая головы, посмотрите на нее и сделайте вдох. Раз. Опуская руку, посмотрите вперед, сделайте выдох. Два. Теперь правая рука в сторону, посмотрите на нее, вдох. Три. Руку вниз, посмотрите вперед, выдох. Четыре. Молодцы. Только глазки наблюдают за движением руки. И левая рука, вдох, раз. Опустили, выдох, два. Правая рука, вдох, три. Опустили, выдох, четыре. Еще раз. И взгляд на левую руку, раз. Посмотрим вперед, два. Взгляд на правую руку, три. Смотрим вперед, четыре. Скажем глазкам спасибо.